К новостям на спортивную тему. Комитет по молодежной политике, вопросам культуры и спорта поддержал инициативу регионального центра спортивной подготовки «Школа высшего спортивного мастерства» о присвоении лоткам класса «Дракон» имен выдающихся тверитян. Подробности в нашем следующем материале выпуска. В преддверии открытия двух современных грибных баз по инициативе губернатора Тверской области Игоря Рудени столичным профильным учреждением Твери переданы 6 новых высококачественных 20-местных лодок класса «Дракон». Помимо юных спортсменов, именно на таких лодках уже несколько лет занимаются в Твери дети с ограниченными возможностями. При этом в школе высшего спортивного мастерства выступили с хорошей инициативой. Инициатива наша заключается в том, чтобы этим лодкам присвоить имена наших соотечественников, наших тверичан, которые своим трудом добились высоких результатов. Среди вариантов – спортсмены и тренеры по гребле. Антонина Середина, Виктор Денисов, Илья Первухин, Артем Кузахметов, Игнат Ковалев, Алексей Волконский, Сергей Чемеров, Николай Ковалев, Дмитрий Бехтерев и Василиса Степанова. Кроме того, в этом списке есть также вертолетчик Василий Клещенко, которому посмертно было присвоено звание Героя России. Депутаты полностью одобрили данную инициативу. Я думаю, что эта инициатива очень хорошая, чтобы эти лодки назвать в честь великих людей, которые как были велики в спорте, и как вот сейчас у нас тяжелое время идет, да, кто защищает нашу Родину. С 3 марта на официальной странице Тверской городской думы, ВКонтакте и страницах тверских спортивных сообществ будет проходить голосование. Каждый сможет высказать свое мнение, пояснил председатель Комитета по молодежной политике, вопросам культуры и спорта Ян Барышев.